Променяла на собак от Меган Маркл драла мать. Дори Регланд, мать Меган Маркл, недолго продержалась, живя с семьей своей дочери под одной крышей. Ругланд приехала из Лос-Анджелеса, где она живет и работает инструктором по йоге, за три недели до родов дочери. Но не прошло и месяца со дня рождения первенца герцогов сосекских как мать Меган вернулась к себе домой. 62-летнюю Дорию Рыгланд заметили папарацци. Женщина, как ни в чем не бывало, гуляла со своими собаками у своего дома в Калифорнии. Теперь все задаются вопросом, что произошло между матерью и дочерью. Что первая так быстро покинула Британию? Ведь Дория прилетела специально. Чтобы помочь дочери после того, как она родит малыша, Арчи, сын принца Гарри и Миган Маркл появился на свет 6 мая. И получается, что Раглан Тухала, не дождавшись, пока пройдет хотя бы месяц после рождения своего внука, сообщается что после отъезда матери у Меган не оказалось помощников с малышом. Штат резиденции герцогов Сосикских в коттедже Фрагмор еще не укомплектован, а ее супруг принц Гарри продолжает спокойно посещать светские мероприятия и даже отправляется в дальние поездки. Инсайдер королевской семьи сообщает, что Меган во всем полагалась на мать и заранее не наняла ни няню не повара для новорожденного сына. А ведь герцоги даже выделили несколько комнат в коттедже для Дории. Известно, что у Мега несносный характер. Она доводила до белого коленя своих помощников, которые едва нанявшись к ней на работу, сразу увольнялись. Не исключено, что свой нравный пыл герцогини рассорил ее с мамой, которая, хлопнув дверью, уехала на другой конец света. Как сообщалось ранее, Меган Маркл вот уже год как живет в Великобритании после замужества с принцем Гарри, однако так и не снискала ни любви, ни популярности при дворе. Ее возненавидел как обслуживающий персонал, так и знатные персоны. Я думаю, что она не популярна во многих кругах. Все из-за того, что они обожают Гарри и, кажется, думают, что Меган Маркл пытается из всего сделать шоу, минус откровенно рассказала СМИ королевский биограф Анджела Левин. Ранее мы писали, что у Меган Маркл есть необычный талант, благодаря которому она одно время зарабатывала на жизнь. Оказывается. До встречи с принцем Гарри она работала специалистом по каллиграфии. 37-летняя герцогиня Сосекская ранее на полставке трудилась в компании Папер Сурчи, где давала уроки по искусству письма. Одновременно она пыталась стать актрисой и ходила на различные прослушивания. Она работала на полставке, в то время как проходила прослушивание на роль. Минус рассказала журналистам гендиректор компании Винни Парк. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, и пишите комментарии под видео. У нас на канале, вы найдете много интересных видео. Впереди, еще много интересного.